Спасибо, папа, за крылья, которые ты мне дал, за то, что научил меня парить в небе и расширять кругозор, за духовное учение. Словами не передать благодарности вам. Есть много вещей, которые я говорил и не успел сделать. Прощай, Акитай. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Пусть твоя душа найдет обитель в раю, твой самый младший. Пусть Аллах будет доволен всеми братьями, которые выражают соболезнования. Пусть в ваших семьях не будет печали. Конец цитаты. Именно такими словами в своей социальной сети Димаш попрощался со своим дедушкой и выразил ему слова любви и благодарности. К данному тексту Димаш также прикрепил фотографии, на которых он маленький, запечатлен вместе со своим дедушкой Кудайбергеном, который огромное количество времени и сил вложил в воспитание своего знаменитого внука. Приходит время, и все мы прощаемся со своими родными людьми. Но память — это такая штука, которая не даст забыть. Спасибо его дедушке, что разглядел и поддержал талант внука. Без него мир никогда бы не услышал, как поет Бог и ангелы. Каждый, кто терял, прощался со своими близкими, знает, как тяжело это. Нельзя выразить словами эту боль. После дедушки Кудайбергена осталась его часть, его великое наследие в лице Димаша Кудайбергена. Планета в неоплатном долгу перед этим скромным, великим человеком. Жизнь быстротечна, и надо уметь принимать все стороны жизни, ведь в ней, несмотря на горести, много и светлых моментов. Как они с Димашем похожи. Дедушка с бабушкой воспитали в Димаше любовь к музыке, способствовали становлению его как замечательного певца. Да пребудет в раю со Всевышним, дорогой дедушка Кудайберген. Вы очень много сделали с малых лет для музыкального образования Димаша. Воспитали мужественным, честным, достойным сыном и гордостью своего народа. Жамағатымыздың оққан жаназа намазымызды бізден өзің қабыл ете көр. Мен Аллаху акбар. Все мы смертные на этой земле. Дедушка прожил долгую и счастливую жизнь, увидел своего первого внука, которого он воспитал и который стал всемирно известным певцом и любимым миллионами людей. Спи спокойно, дедушка Димаша. Соболезнования Димашу и всем его родным. Спасибо дедушке Димаша за его вклад в воспитание, в семью и за культурное развитие страны. Уверен, что Господь откроет ему врата рая. Спасибо, что воспитал такого невероятно талантливого человека. Он успел испытать самую великую гордость за своего внука. Всегда подтянутый, величавый, скромный, невероятно красивый дедушка Димаша Кудайбергена. Ата, вы навсегда останетесь в сердце. Дедушка и бабушка Димаша – красивые на внешность люди, а душой еще более того, дали такое воспитание своему внуку, что достойно громадному уважению. Весь мир познакомился с творчеством уникального певца Димаша, да и открыл для себя Казахстан.
прожил достойную жизнь, оставил достойных наследников, а его имя продолжает всеми уважаемый и любимый Димаш. Скромный, тихий, чистый и достойный. Нам всем пример. Друзья, как вы прекрасно знаете, сейчас Димаш готовится к своему предстоящему концерту в Малайзии, который состоится уже через несколько дней, и я очень сильно надеюсь на то, что артист соберется с мыслями, со всем тем, что произошло за последние дни, и с новой силой ворвется на сцену. Думаю, что Димаш должен посвятить предстоящий концерт своему дедушке и показать всем зрителям то, что он сильный человек. И что, несмотря ни на что, нужно двигаться дальше и покорять все новые горизонты. Думаю, что дедушка Димаша был бы только рад и счастлив за новые победы своего известного внука. Поэтому хочу от лица нашего канала пожелать нашему любимому артисту мира хорошего концерта в новой прекрасной стране. Кстати, если говорить про предстоящий концерт в Малайзии, то фанаты певца из данной страны очень ждут своего любимого артиста и даже устроили целый вокальный конкурс, на котором показывали свои голоса и пели песни Димаша. У нас есть про это отдельный выпуск. Данное видео вы можете посмотреть на нашем канале. И хочется сказать отдельное спасибо жителям Малайзии, которые очень поддерживают Димаша, не только своими комментариями. Они выкладывают видео с изображениями певца на огромных билбордах своей страны. В общем, молодцы. Настоящие ценители творчества артиста. Именно на таких преданных поклонниках и держится карьера любого певца. Спасибо вам, друзья. Спасибо вам за все те слова поддержки в адрес Димаша и его семьи, которые вы пишете под нашими прошлыми видео. Я думаю, что все слова в эти дни доходят до всех членов семьи Кудайберген и помогают им справляться с этой тяжелой утратой. Спасибо вам большое, друзья. Именно на этом и держится наш канал. На человеческой поддержке, понимании и любви. От лица нашего канала я хочу еще раз обратиться к семье Кудайберген и выразить им наши искренние соболезнования и слова поддержки. Помните, что мы всегда рядом с вами и готовы во всем вам помогать. Спасибо каждому, кто посмотрел наше видео. Подпишитесь на наш канал, если не хотите пропускать наши свежие ролики. И всего вам доброго, друзья. Любите и оберегайте своих родных и близких. Они все, что у нас есть в этом мире.